20 апреля все желающие смогли пройти диспансеризацию в поликлинике номер 4. Диспансеризация включает в себя обследование и выявление риска неинфекционных заболеваний, те, которые приводят к преждевременной смертности. Это выявление сердечно-сосудистой патологии, онкопатологии. Поэтому это очень важно для здоровья наших жителей. Такой возможностью воспользовались 150 тагильчан. Посетители поликлиники проверили внутриглазное давление, прошли рентгенологическое и другие обследования без очередей.